В группе ВК и Яндекс.Дзене видео выходят раньше, чем на Ютубе. В этом видео я поиграю в режим битва против босса в SCP Secret Laboratory. У SCP-173 есть специальные способности, которых нету в обычной игре. И этому боссу противостоит весь сервер из командиров МТФ. Цель команд — уничтожить друг друга. Получилось очень прикольно и угарно. С тебя обязательно лайк. Погнали! Итак, чуваки, я босс SCP-173, и давайте я вам расскажу, какие у меня есть способности. Первая способность — это телепорт, у него КД 30 секунд, и я телепортируюсь к случайному живому игроку. Вторая способность — короткое замыкание с КД 60 секунд, я выключаю весь свет в комнате, в которой нахожусь. Третья способность с КД 60 секунд — это вот реально крутая способность под названием уничтожение. Я убиваю всех, кто находится рядом со мной в пределах одной комнаты. То есть, если я встану вот здесь вот по центру, то всех в пределах примерно одной комнаты я убью. Ну и четвертая способность — это ульта. Я смогу использовать ее только когда у меня останется меньше 1500 хп. И могу использовать только один раз. В общем, я разоружаю всех на 60 секунд. Опа, уже стреляет по мне. Смотрите, уже стреляет. Ну давайте, идите сюда. Опа, давай. Так, телепортируемся, уходим. А ну, кто сюда подошел? А ну иди сюда. Давай. Кто подошел? А что я не телепортировался? Сюда иди. Опа, хорошо. Так, отходим от этих бабуинов. У меня уже есть уничтожение, но пока что нет толпы, на которую я могу это уничтожение заюзать. Так, нужно подождать. Опа. Нет. Туда мы не пойдем. Кстати, я могу, в принципе, телепортироваться, но я подожду, пока у меня короткое замыкание. Откатится. И откатится у меня ускорение. Вот ускорение откатится. Сейчас у меня, короче, все откатывается. Опа. Здорово, идите сюда, чувачки, шашлычки. Давайте, идите сюда. Опа, пошли. Опа! Все, убил! Хорошо. Так. Уходим. Привет. Привет. Хорошо. Прям нормально я так телепортировался. Так, хп у меня уже маловато, чуваки. 2600 хп. Нужно восстановить броню. Восстановим броню пока что. Ну, их цель — меня убить. А моя цель — убить их. Но как долго это делать, это уже на моей совести и на их. Но мне важно потянуть время, потому что время на моей стороне. Чков, опа. Опа, здорово. Здорово. Не, сюда, иди сюда. Опа, все, конец, чувачку. Шашлычку, нет, конец. Ладно. Так, уходим. Пусть подходят. Опа! Убиваю! Отлично! Так хрена, чуваков убил! Так, телепортируемся. Фигово. А чё, мне недоступно разоружение? Они не знают, где. Давай. Не. Разоружение! Все, заюзал разоружение! Отлично! Идите сюда, чувачки-шашлычки, идите сюда! Оп, ускорение! Хорошо! Сюда, идите! Можете телепортацию заюзать? Могу телепортацию заюзать? А, отлично, прям к ним телепортируйся! К этим чувакам надо, дядь. Еще как надо. Никто тебе не поможет. Ой. А что, они уже взяли, что ли? По-моему, 60 секунд еще не прошло. Ладно, сейчас мы их немножечко подбавить сюда. Давайте. Опа, отлично, хорошо. Отстаньте, у меня вообще мало хп.
мне вообще мало хп. Отчина, чтобы служить царство твоего, великое царство. Да, есть. Все, убил, хорошо. Я так и знал, то, что у меня получится. Так, нужно спрятаться, чуваки. Нужно спрятаться. Короче, я не знаю, почему ульта хреново сработала. Ульта вообще хреново сработала. Мне еще 14 целей, охренеть. Так, но это по-любому мне через уничтожение нужно их убивать. Нет. Давайте, идите в интерком. Давайте. Алло, дверь открыл, погнали. Да, погнали, чуваки. Ой. Опа, отлично, хорошо. Счетчик. Привет, чуваки. Блин, уничтожение, конечно, заюзал, но пофигу. У меня как бы вариантов особо не было. Гнаться за ним или нет? Стоит ли гнаться за ним или нет? Давайте, он вроде один, погонимся за ним. Погонимся за чуваком. Давай, иди сюда. Опа, убили. Хорошо. И он нас закрыл. А тут никто нас встретить не ожидает. А я телепортирую сейчас. А сейчас, подождите, у меня коротко 7 целей, но у меня 59 хп, чуваки, вы понимаете? Я почти сдох тогда. Так, ждем короткое замыкание, и тогда только идем. А, еще подожду ускорение, потому что они меня могут убить. Блин, охренеть, чуваки, 59 хп. Они могут на самом деле меня убить. Они изи могут меня убить. Так, ждем ускорения. Уничтожения ждать не буду. В принципе, уничтожение мне уже не нужно. Но хотя это может быть сейчас критической ошибкой. Вот все, ускорение. Опа. Идите сюда. Так, назад. Ой, фигово. Уходим. Вот почему мне нужно было ускорение, чуваки. Вот оно зачем мне нужно было. Фух, жесть. Опа. Туда мы не пойдем. До свидания. Опа. А нет, меня убили, 4 человека осталось, ё-моё, а у меня уничтожение же было, надо было уничтожение издать, ну ладно. Блин, офигеть, почти всех завалил. Итак, погнали, чуваки, я теперь в команде, значит, МТФ. Так, мы эту рацию выкидываем, нам рация нафиг не нужна. И поставим себе сейчас патроны специально против печеньки, потому что у меня стоят патроны на урон, а нужно поставить патроны специально на пробивание. Потому что у печеньки, короче, такой эффект, как будто у нее тяжелая броня. То есть у нее на 80% эффективность брони, и поэтому нужно ставить все патроны именно на пробивание. Ну, либо обычные. Так, сейчас посмотрим, какие у нас на пробивание. Вот, пробивная способность плюс 28. Да, отлично, все. Пойдем играть с этими патронами. Опа, слышу, идем. Идем, валить печеньку, давайте. Ой, так, внутрь не заходим. Хорош, кинули туда мячик. Внутри не заходим, потому что фонарик... Он тэпался. Он телепортировался, убежал, значит. Ну, в принципе, это как по моей тактике. Если вас душат, то нужно сразу убегать. Ага, только он на улице заюзает короткое замыкание, нам всем капец. Только что. Да, ой, уходите! Назад! Где он? А, вижу! Он ушел! Обратно! В лифт, по-моему! Не заходи туда! А нет, не ушел! И, блин, я все забываю, что у нас friendly fire нету! Убежал! У него может уничтожение быть, не подходите близко! Он убивает всех, кто в комнате находится с ним. Ладно, пофигу, поехали, завалим его. Он, кстати, да, мог тпхнуться. Но у него короткого замыкания точно нету. Да, он тпхнулся. Впереди. А нет, сзади. Ой, он тут прям. Справа. Впереди, хорош, красавчики.
Это окей, это было быстро, чуваки, это было быстро. Охренеть, как быстро. А, он даже, кстати, ульту не заюзал. Ну что ж, раунд номер 2, чуваки, мы пофиксили наконец-то ульту, теперь ульта будет нормально работать, и надеюсь, я выживу. В этот раз, но мы ульту немножко пофиксили, потому что я в прошлом раунде почти выиграл, и без рабочей ульты, поэтому мы сделали ульту в 2 раза слабее, то есть не 60 секунд, а 30 секунд будет действовать разоружение. Ну блин, я, конечно, ошибку такую сделал, я забыл то, что у меня уничтожение работает. А, точнее, откатилось уже. И не заюзал его. А надо было заюзать. Давайте, идите сюда. Он нас раунд. Да, он справа, он справа. Это как? Опа, 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 опа. Давайте, идите сюда. Идите сюда, идите сюда, чувачки. Идите сюда, чувачки. Ой, 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 ой. Что такое? 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 Опа! Убили, 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 убили. Иди сюда, 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 иди сюда, иди сюда. Да, я печенька. Телепортируемся. О, привет! Стой, дай песню допишешь. Нет, не дай. О, привет! Привет! Привет, нормально, я так телепортировался к чувакам. Так, ну я, блин, я опять много хп слишком потратил. Опять я зажимаю, короче, свое уничтожение, и поэтому много хп слишком трачу. Я убил всего 4 человек, бляха-муха. Короче, я сейчас телепортируюсь, если я Опа, я кого-то слышал. Опа, здравствуйте. Здравствуйте, сэр! Здравствуйте, сэр! Здравствуйте, сэр! А кто что вы тут делали? А что вы тут делали? Сейчас посмотрим. Конечно, вот такие вот чуваки, это очень хорошо, которые по одному ходят. Опа! Привет! Привет, привет, привет! Ладно, телепортируемся! Опа! Отлично, отлично, отлично! Короткое замыкание! А чё? А почему... Сюда иди, сюда иди, сюда иди! Сюда иди! Всё, убили! Хорошо, хорошо, хорошо! Убили, 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 убили! Давайте, 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 давайте. Идите сюда, идите сюда. Чего они там, в кого они там стреляют? Я восстанавливаю свою броню. Я восстанавливаю свою броню. А ну иди сюда. А ну иди сюда, давай, давай. Опа, 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 иди сюда. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Так, уходим, 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 уходим. Телепортируемся. Собака, иди сюда. Так, уходим сейчас. Убил, 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 хорошо, 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 нормально, нормально, нормально. Так, иди отсюда нафиг, иди отсюда нафиг. Мы пока похилимся, мы пока похилимся. Нам нужно восстановить броню, потому что у меня мало хп, а противников еще до хрена. Точнее, охренеть, как много. Оп, отлично, 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 конечно. Короткое замыкание, хреново. Заюзал. Телепортируемся. О, привет. 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 Чувачки, шашлычки. Так, восстанавливаем нашу броню в нашем любимом месте. Как всегда, чуваки. Опять там сука сидит. Да, я тут сижу. Я тут сижу. Давайте, давайте, сюда, идите сюда, идите сюда. Опа. Отлично, 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 отлично. Так, этого тоже завалили. Убиваем, убиваем, убиваем. Ой, телепорт. Уходим, 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 там пылесос, уходим. Блин, я уничтожение, так хреново. Бляха-муха, заюзал, идите нафиг, уходим, уходим, уходим. Короче, мне нужна большая комната. 17 человек, блин, против меня одного. Ой, нет, 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 нет. О, разоружение. Юзы разоружение! Юзы разоружение! Да, 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 разоружение юзаем! Разоружение юзаем! Да, они подбираются, а так и должно быть, а так и должно быть, а так и должно быть! На 30 секунд вы не можете подбирать предметы, чуваки! Так, телепортируемся. Иди сюда, иди сюда, опа, отлично, ой! Сюда, идите сюда, давай, 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 сюда, идите сюда, идите сюда, идите, чуваки. Давай, 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 давай. Хорошо, 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 хорошо. Так, вот к тем чувакам сейчас пойдем. Да. Через ускорение к ним идем. Все, убили, раз. Так, давай, 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 убили 2. Хорошо, хорошо. Восстанавливаем нашу броню. Восстанавливаем нашу броню. Пока что все хорошо, все хорошо, у нас все хорошо. Опа, сюда, иди, сюда, иди, сюда, иди, сюда, иди, сюда, иди. Давай, 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 телепортируйся, блин.
не успел телепортироваться, не успел к нему телепортироваться. Все, они уже могут подбирать предметы. Они уже предметы могут подбирать. Но я не знаю, почему они не подбирают, почему они этого не делают. Это, конечно, вопрос. Почему вот это они предметы не подбирают? Так, ждать, пока короткое замыкание. Да, подожду, пока у меня короткое замыкание. Потому что не хочу уничтожение юзать. Если что, а вот телепорт с коротким замыканием против какого-нибудь одиночного, либо против двух, это отлично. Конечно, чуваки, опять такая же ситуация. У меня мало хп, но до хрена игроков. Телепорт и короткое замыкание, что ли, Зуи? Да, опа! Здорово, здорово, чуваки, здорово, чуваки! Здорово, чуваки! Как ваши дела? А чё короткое замыкание не работает? А чё короткое замыкание не сработало? Свет выключился, но я все равно не мог их убивать. Охренеть, вот это баги. Вот это баги. Короче, я понял, в лифтах лучше короткое замыкание не юзать. Конец тебе, чувачок. Конец тебе, чувачок, шашлычок. Так, опять броню нужно восстанавливать. Опять нужно восстанавливать броню, чуваки. Это тут без вариантов. И нужно, наверное, уйти из этой зоны. Да, из этой зоны мне нужно уйти. 6 игроков. Так, я опять свои ошибки не допущу. Я буду ждать, пока у меня все откатится. Пошли они нафиг. Так, все, можно, в принципе. О, в принципе, можно и пока не юзать. Адреналин. Опа! Здорово! Здорово, чуваки! Здорово! 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 А, кто-то на тест юмер! Кто-то на тест юмер! Так, уходим, 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 уходим. Блин, короткое замыкание так хреново заюзал. О! Здорово! Здорово! Все, конец ему, конец ему. Конец, чувачку, шашлычку, конец. Так, и один на улице у нас, один на улице. И я его сейчас через короткое замыкание убью. Только главное мне из лифта выйти. Потому что если в лифте юзать эту штуку, то она на улицу не заюзается. Так. Где тот чувачок, шашлычок? Где же ты? Опа. Вот они, вот они. Вот они, вот они, вот они, вот они, вот они, вот они, вот они. Вот он, вот он, вот он, вот он. Так, последний, последний. А чё? А как он на меня... У него же нет фонарика. Как он это делает? Как он это делает? А ну иди сюда. Все, конец, 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 конец. Все, конец. Окей, босс выиграл во втором раунде. Офигеть.